Приветствую вас. Я думаю, что в основе зависимости практически любой лежит потребность, любая потребность в чем-либо. И вам эту потребность нужно выявить. Вам эту потребность нужно для себя понять, вам ее нужно увидеть, и вам нужно ее научиться удовлетворять самостоятельно. Зависимость очень легко объяснить на примере пазла, когда части пазла, элементы картинки пазловой только сложившись вместе образуют, соответственно, какой-то рисунок. И также происходит и здесь, также происходит и с зависимостью. Зависимый человек все время ищет. Вот это вообще такая вот черта человека. Зависимый человек, он ищет, он пытается что-то найти в других, как правило, людях, потому что у зависимого есть такая вот неудовлетворенность собой. Вот, такая есть нереализованная, можно сказать, потребность, которую человек пытается удовлетворить. Вот. И находится находится тот, кто может эту потребность человека реализовать. Вот. Появляется тот, кто способен это сделать. И человек попадает в зависимость от него. Ну вот, от данного аспекта. Человек попадает в зависимость. Вот. Соответственно, избавляться от зависимости ни в коем случае не нужно, потому что в основе ее лежит, как я и сказал, человеческий потребности и нужды. Вот. И соответственно игнорировать ее. Ну, то есть, вот, данная потребность. Ни в коем случае нельзя. Нельзя. Вот. Потому что ничего хорошего из этого для вас не будет. Ничего хорошего из этого не получится. Вы будете просто
убегать от себя и все. И все. На самом деле, и все. Просто будет убегать. Убегать от себя самой. Поэтому с потребностями нужно работать. С вашей потребностью нужно работать. Ее нужно выявлять, ее нужно учиться. Учиться. Удовлетворять. И тогда, когда вы обретете гармонию, вы перестанете быть зависимы от кого-либо. Но сюда, в элемент зависимости, включается еще и сценарий, еще и выгода, которую вы получаете от того, что так поступаете. Ведь, казалось бы, человек высказывает вам, что вы ему не нужны. Ну, вы это понимаете, что вы ему не нужны, но вы все равно в нем нуждаетесь. И благодаря этой нужде вы себе что-то разрешаете. Благодаря этой нужде вы себе что-то позволяете. Необходимо понять, что конкретно вы получаете благодаря такой своей текущей позиции. То есть, что вы получаете для себя. Это очень важно. Понять. Если это понять, и если с этим разобраться, то ситуация будет куда более очевидной для вас, чем сейчас. И вы сможете уже для себя более явно, более явственно видеть момент. А вот так, я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи!